Первый и единственный в России музей криптозоологии, бестиарий, посвященный мифологическим существам и персонажам, распахнул свои двери для посетителей в Санкт-Петербурге. Идея создания уникальной экспозиции возникла у загадочного, экстравагантного ученого и мецената профессора Вейланда Тиберия Харроустона, который всю жизнь посвятил изучению уникальных героев, мифов и легенд народов мира. В криптозоологическом музее собраны все артефакты и находки, сделанные профессором. Говоря о необычном названии музея – бестиарий, то это слово имеет исторические корни, означает «книга о мифических существах».